Добрый день. Я благодарю организаторов за приглашение. Я выступлю с сообщением, которое несколько маргинально, несмотря на такое заглавие, по отношению к основной теме данной конференции. Это сообщение является результатом моих исследований в области ритуалов жизненного цикла и ритуалов календарных, но соединение, социального и природного времени в моем докладе пока что ставит больше вопросов, чем дает на них ответов. Вчера господин Будратис так хорошо начал конференцию и задал эту тему, что время – это постоянное движение. Действительно, время – движение, время – это череда различных этапов, и многие из них представляют встречи и расставания. И вот именно о расставаниях я и буду говорить сегодня. Расставание, сегодняшний термин, совершенно условен. Лексический, лингвистический материал вот этой небольшой группы расставания, разлуки, прощания сам по себе дает огромный материал в разных языковых традициях. И этимология этих слов всегда очень важна, и она коррелирует с обрядностью ритуалов расставания. И в моем докладе будут как какие-то архаичные мифопоэтические мотивы, так и современность, вплоть до рекламы. Основные типы расставания, я сказала, что это термин условный, это разделение, прощание, разлука, зависит от интенции расстающихся. Это первый тип — до свидания, когда люди расстаются с надеждой на встречу, на возвращение и воссоединение. Второй тип – это ритуал «прощай-прощайте», расставание навсегда, то есть проведение какой-то грани в линейном времени, наверное, и если говорить о линейном и цикличном времени, то до свидания, возможно, ритуалы до свидания, возможно, предвидят какое-то циклическое возвращение. Надо сказать, что во всех языках лингвистически проводится, если мы говорим об этикете, о ритуальном этикете, проводится разделение, и до сих пор это разделение сохранилось, на прощание, до свидания и прощайте. Напомню, хотя бы в «Крутом маршруте» у Гинзбург, когда она выходит с зоны, и охранник ей говорит «до свидания», и она с испугом воскликивает: «Нет, прощайте, прощайте навсегда». Напомню также, что сейчас, вот уже в постсоветское время, когда идет восстановление, возвращение к каким-то традициям, вспомнили и опять ввели в практику на похоронах, обязательно распорядитель скажет в конце: не говорите «до свидания», говорите «прощайте». Вот я думаю, что все мы являемся свидетелем такого восстановления ритуала этикетного прощания человеческого. Какое еще может быть деление и какая типология расставаний? Конечно, это буквальные расставания. Обычно это ритуалы до свидания. Я буду говорить подробнее об этом. И ритуалы расставания символические, которые происходят не расставание в пространстве, хотя могут соединяться и с расставанием в пространстве, но расставание со статусом. И вот здесь доминируют, конечно, ритуалы типа «прощай», потому что возвращение в прежний статус, как мы знаем, невозможно и очень опасно. Есть и подтипы расставаний – это общественное, публичное, сельское, если говорить о традиционной культуре, и персональное, личное, индивидуальное. И, конечно же, есть мужское и женское расставание. Вячеслав Всеволодович немножко вчера говорил о гендерных аспектах.
Я специально этим не занимаюсь, но совершенно очевидно, что эти аспекты чрезвычайно важны и в социальном, и в календарном расставании. Итак, ритуалы до свидания. Если говорить о человеческих, это повседневные расставания, уходы из дома. Возможно, здесь провести параллель с природным изменением дня и ночи. Мы не замечаем изменений дня и ночи, хотя так же, как и в человеческих расставаниях, и повседневные расставания ритуализованы всегда, связаны с вербальным этикетом и так далее. Также и день и ночь связаны с солярным и лунарным культом. И здесь тоже можно усмотреть какие-то и формулы прощания, и встречи. Полуритуальные прощания, до свидания. Ну, здесь возможна параллель с оказиональными природными расставаниями. Здесь важны такие мифологемы, как первое и последнее. Проявляется это в отлете и прилете птиц, вегетативных каких-то проявлениях и так далее. И, наконец, ритуальные комплексы. Ритуальные комплексы, которые также предполагают встречу и ориентируются на свидание, на встречу. Я говорила, что повседневные расставания до сих пор содержат, несмотря на то, что у нас все это затушевано, много ритуального. Это и вербальные формулы, даже в наших «до свидания» – это, в общем-то, заклятие, заклинание на возвращение, если привлечь другой материал, и славянский, и балтийский, и иной. Это будут и пожелания здоровья, и обережные формулы, и жестикуляция, благословение, поцелуй и так далее. И множество запретов и примет и в повседневных расставаниях. Нельзя расставаться в злобе и так далее и тому подобное. Полуритуальные. Это, конечно, больше относится к традиционной культуре. Это уход в дальнюю дорогу, особенно в опасные места, связанные с собирательством, лес, болото, где можно заплутать. Это охота и рыбалка. Здесь уже более жесткие ритуальные рамки, много табу на вопросы, куда, на Кудыкину гору, рекомендации и учет времени и пространства, собственно, расставания. Ну вот присядем на дорожку. Это как реклама использует остатки наших воспоминаний о ритуалах. Это живой такой ритуал. Присядем на дорогу перед отправкой в дальнюю дорогу. И вот ритуальные комплексы, связанные с отъездом в дальнюю дорогу. Сейчас это очень актуально для миграции мигрантов. Я делала небольшое исследование, как разные этносы и представители различных конфессий выбирают день отъезда и как происходит этот ритуал расставания. Это очень большая интересная тема. Если говорить о традиции, проводы рекрута – это, конечно, огромный многодневный обряд расставаний, череда расставаний, отъезд или уход в паломничество. И здесь многие знают, что связано с обрядовыми актами, опять же, благословения. Очень важны здесь моменты, которые нас соединяют с ритуальными комплексами прощания, то есть расставание навсегда, связаны с космическими элементами огонь и вода, которые и очищают, и служат таким оберегом и пожеланием. Здесь очень много интереснейших этнографических мифов и поэтических моментов, но нет времени, к сожалению. Запреты, с которыми мы в основном знакомы, если человек уходит, уезжает, нельзя мести и убирать, как бы выметать человека из дома. Сохраняется спорадически, наоборот, рекомендация не запирать дверь, чтобы человек вернулся. Есть магия на возвращение, которая во многом идентична любовной магии. Но здесь еще интересна и темпоральная символика. Так, например, рекруту давали рваную одежду, чтобы он скорее износил и вернулся. И
Вот в этом плане интересна интерпретация возвращения. Если сейчас считается плохой приметой уйти и вернуться домой, и есть рекомендации или перекреститься перед иконой, или посмотреться в зеркало, то когда провожали рекрута, наоборот, имитировали, что он что-то забыл в доме, и он обязательно должен был вернуться. Перехожу ко второму основному типу. Это прощение навсегда, смена статуса, невозможность, нежелательность возвращения. Конечно, это смерть и погребение. Здесь возникает важнейшая тема, которую необходимо экстраполировать и на календарную обрядность. Это прощание и прощение. Славянский материал позволяет нам соединять эти два термина даже в единый обряд, и вот прощенное воскресенье и прощание с масленичный переход в Великий пост, и соединение, конечно, с темой смерти и такое основного прощания. Погребальная обрядность – это серия прощаний с умирающим, когда обязательно нужно попросить прощения, и нужно, чтобы умирающий тоже попросил прощения, иначе его путь на тот свет не будет прямым. И здесь мы видим этимологию прощения. Просто это прямой в индоевропейских языках и прямой и правильный. Тема эмоций также очень важна, и она соединяет и социальное, и природное время, и соединяет, и разъединяет. Если в ритуалах на изменение статуса эмоции всегда это естественные, то в календарной обрядности расставание – это уже игра, конечно, это перформанс, и похороны – это обычно погребение, допустим, для вызывания дождя, прощание, так сказать, с засухой или с каким-то другим календарным или сезонным моментом. Это всегда перформанс, это всегда игра, это всегда реплика по отношению к истинному обряду, первоначальному, аутентичному обряду погребения. Конечно, здесь цель не возвращение, потому что особенно смерть и неправильное исполнение похоронной обрядности влечет за собой демонизацию умершего. Это вампиры, балканские в том числе. Вот недавно в Болгарии в раскопках нашли вампира, проколотого осиновым колом. Это до сих пор очень живо. Я сама была свидетельницей в этнографических экспедициях, как много совершается ритуалов на невозвращение мертвеца, если есть опасность, что он превратится в вампира, вплоть до рассекания пяток, чтобы он не стал ходячим и так далее. Далее и тому подобное. И очень много мотивов возвращения или кормящей матери, чтобы покормить младенца, или вот мужа, если слишком много эмоций, слишком долго оплакивает умершего мужа. Вот это все представлено в фольклоре. Другой тип перехода в новый статус, в основном вот здесь именно женское. Именно женское, и немножко отойду от темы смены ритуального статуса к возрастам. И скажу о том, что смена и возрастные переходы у женщин, как отмечают многие исследователи, более ярко выражены физиологически, чем у мужчин. И особенно переход женщины в нефертильный возраст, вот он очень четок, и это связано и с лексикой, и с представлениями о расставании и так далее. И я думаю, что это можно спроецировать, вот такой мужской женское, физиологическое, можно спроецировать и на календарь. Ну вот, попробую одну секунду реконструкцию плача воспроизвести, если здесь произведется. Не хочет? Нет? Как? Нет. Как невеста расстается со своим
незамужним статусом. Ну, я думаю, что многие в этой аудитории слышали эти плачи, хотя они неравномерно представлены на всех землях, но, славянских, балтийских и балканских, но все-таки это присутствует, вот эти эмоции. Эти эмоции необходимы для того, чтобы потом перейти к позитивным эмоциям и к позитивной магии, к соединению и к встрече. И вот свадьба, вторая часть после расставания и прощания, это цепь таких соединений, когда молодых связывают, когда они едят из одного блюда и так далее. И вот это соединение задает нам такую циклическую, циклический ракурс, потому что в этом соединении возможно и разделение. Во-первых, и смерть мужа или жены, вот это разделение, или их расставание и развод, о чем я немножко тоже скажу. И, наконец, родильная обрядность – это и физиологическое разделение матери и плода, перерезание пуповины, отлучение от груди, первые шаги, всегда связанные с колоссальным вниманием к деталям ритуальным, ко времени и пространству, потому что каждый раз это переход в новый статус. И вот отлучение от груди, во всяком случае, это хорошо сохранившийся ритуал и представление о том, что если младенец во второй раз после совершения ритуала отлучения от груди возьмет грудь, он или будет обладать какими-то демоническими свойствами, во всяком случае приписывается дурной взгляд, или будет несчастливым и так далее и тому подобное. Да, я заканчиваю. Здесь еще очень интересный момент в родильной обрядности – это разделение судеб близнецов, а у южных славян это одномесячники или даже однодневники, это дети, родившиеся в одной семье в один месяц или в один день в разные годы, считается, что у них единая судьба. И их надо разделить, между ними посадить дерево или совершить какие-то другие вещи. Вот я говорила о том, что в свадьбе, в соединении заложен и потенциальный развод. Фотографии интереснейшей информантки, которую я встретила в Иванов день в этом году в Болгарии, Ангелина Ильева, которая мне подтвердила интереснейшую лексику болгарскую, расставание как раздвоение, расставание как разделение единого целого. И нужно сказать, что во многих культурах, даже очень отдаленных от нас, например, в англосаксонской, в американской, до сих пор есть такое суеверие. Если двое идут по улице, и между ними есть столб или дерево, и они обходят это с двух сторон, обязательно нужно сказать «bread and butter». И это сохранилось и у молодежи, и вот в качестве такого суеверия, вот это именно раздвоение, чтобы не был положен конец дружбе и так далее. Завершая, я хочу сказать, что нужно искать в сравнении социального и календарного прощения. Это, конечно же, мифологема пути и мифологема движения, продвижения во времени. Это начало и конец. Очень многие утверждают, что именно начало и конец, и первые, и последние, и переходы в духе Ван Генепа – это основное в сезонах и в жизненных этапах. Разделение как физический акт и уничтожение. Мотивы прощания и прощения, то есть этические. Вот мы видим соединение, конечно, христианское прощенное воскресение, но и в похоронной обрядности. Эмоции, травмы и память, но это, конечно, скорее это такие сейчас очень важные в антропологии современные понятия, но, конечно, они более применимы к социальному расставанию. И важный момент – это празднование расставания. Мы знаем, что и погребение может перейти в танцы, и в веселье, как у сербов, например, живое до сих пор. И, конечно, календарные расставания – это веселье. И вот буквально три иллюстрации. Это 2012 год в духе восстановления традиции или
изменение традиций. Есть и аутентичное воссоздание традиций. Вот Поварская улица в этом году в 200 метрах от нас я увидела фольклорный ансамбль, который аутентичный собирает тексты и вот изображает все переходы сезонов и вообще всю календарную обрядность на Поварской улице у пушкинских вот этих вязов. А вот и реконструкция обряда, я прошу прощения, но здесь, наверное, опять у меня не получится. Это реконструкция, конечно, в Переславле-Залесском, прощание с масленицей. Вот сожжение этого чучела, это уничтожение, но это веселье и переход к новому сезону. Здесь можно очень много говорить о том, что переход к новому сезону – это цепь событий, как мы слышали и в предыдущих докладах, так же, как и в переходе в другой возраст или в другой статус, тоже есть некоторая цепь событий, ритуальных, магических актов, но всегда есть одна черта. А вот, как мне кажется, в календарных сезонах одной такой черты, особенно в зависимости от экологии, хозяйствования и так далее, вот одной такой черты я не вижу. Большое спасибо. Спасибо большое. Есть короткие вопросы? Пожалуйста. Я хочу. Я хотел бы спросить о объяснении обряда «Посидим перед дорожкой». Коротко, суть, смысл. Есть разные трактовки. Сейчас они в основном уже осовремененные или христианские. Садятся для того, чтобы прочитать «Отче наш». И я записала интереснейшее объяснение этого ритуала у эмигрантов послереволюционных. Есть такой французский эмигрант по имени Александр Блок, не имеющий никакого совершенно родственного отношения к выдающемуся поэту, но очень интересной судьбы человек, сам писатель тоже, пишущий под другим именем. Вот они помнят с женой, которая правнучка Загоскина, что их предки садились на дорогу, вот так же на дорогу всегда и перед эмиграцией особенно, и всегда младший должен был сказать «с Богом». И обязательно читалась про себя каждым вот эта молитва «Отче наш». И вот здесь, наверное, есть какая-то цикличность. И вот если говорить о линейности жизненных обрядов, вот цикличность, наверное, заложена в родовом. Когда и в прощании видится встреча, и в свадьбе видится следующее уже поколение. Вот этого очень много. Других объяснений я не знаю. Буду благодарна, если кто-то еще что-то скажет. Есть такое известное объяснение обмана нечистой силы, вообще всяких злых духов, которые могут повредить пути. То есть это обман, что мы остаемся, что мы не двигаемся. То есть такой как бы момент оппозиции, движения и покоя. Да? Да. Такое самое общее объяснение. А вам встречались какие акции современные, где сжигание зимы олицетворяет некие политические процессы? Ну, это интереснейшая тема. Спасибо вам за вопрос. Конечно, вот фольклор, как на Фейсбуке представлена страница «Белая зима» или «Снежная революция», можно проследить вообще календарный год. И там представлены все праздники, как календарные, христианские и языческие. Вот даже последняя акция была в Преображение, в Яблочный Спас, и партия яблока раздавала яблоки, и вот это все экстраполируется на современную ситуацию. Это во всем мире. Сжигали чучело Меркель, в Италии тоже сжигали. Это глобализационное такое понятие. Да. В политическом контексте «Посидим перед дорожкой» тоже очень хорошо. Вообще все, все экстраполируется на современность. Все абсолютно. И в рекламе, как мы видим, я просто не стала заострять внимание.